Здрасте, товарищи! Добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня будем делать закусочные варианты из кукурузной муки с морепродуктами. Включил по 1 литр холодной воды, посолим и ждем, да, закипит. Пока порежем каламарчики и все, выложим в одну глубокую тарелку. У меня есть семга слабосолена. Снимем первую кожу. Затем семгу порежем на пластинки мелкими кубиками. Здесь у меня есть осетрина холодного копчения. Снимаем все это мясо. С костью этот жир нами точно подойдет. Опять это порежем мелкими кубиками. Рыбу приготовим на тарелку. Включите сразу духовку на 220 градусов. Берем паприку или перец болгарский. Мелко это порежем. Красный вариант добавим сюда. Сейчас мы и желтый порежем немного. Вода у нас кипит. Сейчас добавим примерно 70 грамм оливкового масла и в одну, и в другую кастрюлю. Белых грибов мелко порежем. У меня есть немного чеснока. Сейчас мы в одну кастрюлю добавим желтый перчик. В одну кастрюлю добавим красный перчик. Потом добавим половину грибов сюда, половину грибов сюда. Затем разделим каламары. Пока сейчас у нас все это закипает, я возьму кукурузную муку, возьму черный лук каракатицы. Там, где у меня желтый перчик, туда я добавим черный лук каракатицы. Хорошо промешаем. В этот вариант, где у меня красная паприка, я добавлю осетрину. Где у меня вода черная, я добавлю слабо соленую рыбу. Сразу добавляю понемногу кукурузной муки и смешиваю. Первую мы сделали. Берем глубокую посуду для запекания. Наши товарищи Пайрекс укладываем. Затем добавляем вторую муку в другой вариант у нас с осетрином. Также промешаем. Плиту выключим, это нам и больше не нужно. Кукурузная мука, она любит масло оливково. Добавим чесночок. Порежем немного зелени. В этом желтом варианте это все будет видно. Все это хорошо промешаем. Возьмем жаропрочную посуду. Сюда нальем нашу паленту. И положим эту в духовку на где-то 220 градусов на примерно 15 минут. 15 минут прошло. Достаем одну, а вторую. Переворачиваем наш пайрекс. Затем вторую. Потихоньку снимаем. Опа! Подождем немножко, да прохладается. Потом будем резать. Наша полента прохладала. Все это хорошо порежем. Затем возьмем желтый вариант. Все это можем да выкладываем. Один такой, следующий такой. Следующий такой, следующий такой. Тут у меня есть укроп. Моя вам рекомендация. Добавьте немного красной икры сверху. Теперь наше блюдо готово. С вами были морепродукты Pyrex. ТВ Джем. Сергей Маркович. Спасибо. До свидания.